Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24 каналу. Вітаю нашого гостя. Це є председатель партии Народной свободы и в прошлом премьер-министр России в 2000-2004 годах Михаил Михайлович Касьянов. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Михайлович, в первую очередь хотел бы с вами проговорить о бюджете России, потому что много там засекречено, много неизвестного, но некие цифры уже есть. И якобы 40% идут на, конечно же, войну в Украине и на безопасность. Как вы считаете, Михаил Михайлович, насколько этот бюджет на истощение войны со стороны России и насколько это истощает саму Россию, как оно повлияет на Россию? Но правы совершенно, что это бюджеты, истощающие Россию, значит, но в принципе он сбалансирован по этим цифрам, которые представлены. Но этот баланс может быть хрупким, если будут меняться разные обстоятельства в течение года. Действительно, 30% или там чуть больше 30% это военный расход, это война. Война против суверенной Украины. И 10% это там все спецслужбы, там ФСБ там, и так далее, и так далее. Но еще правильно вы подметили, что много секретов разных. И там еще помимо этих 40%, еще 33% расходов это секретные статьи. Это вот, как я догадываюсь, финансирование разных, так сказать, неприятных операций за рубежом или внутри страны, там какие-нибудь там выборы, там полувыборы и так далее, пропаганда и так далее. Поэтому действительно этот бюджет кажется совсем уже военным, военного времени, но пока текущий год достаточно стабилен, поскольку есть те доходы от нефти, от газа уже, так сказать, гораздо меньше, от нефти, которые обеспечивают приток валюты, и примерно 40% всех доходов в текущем году это доходы от экспорта нефти и газа. В следующем году прописывают, что это будет меньше, с учетом, с предположением, что цена будет ниже. Но мы видим, что даже этот же бюджет, который следующего года, он сконструирован, исходя из предположения, что цена на нефть российскую, нефть будет $69–70 за баррель нефти, что не совсем, скажем так, может быть реальностью. Хотя сейчас цена примерно так и есть, там 60, то, что называется потолок цен, установленный семеркой еще в декабре 2022 года. Но бюджет ожидает получения 70. за российскую нефть. Пока такой цены еще не достигли. Более того, Саудовская Аравия объявила, что, скорее всего, она увеличит свои поставки, то есть восстановит уровень добычи и экспорта своей нефти в рамках того соглашения ОПЕК+. Они договаривались, что до декабря сократят добычу и экспорт. Если в декабре Саудовская Аравия увеличит, то, может быть, пойдет цена вниз. Но, безусловно, еще другой фактор, влияющий на нефть, на цену на нефть, это, конечно, то напряжение, которое есть на Ближнем Востоке. Ну, посмотрим, как будет развиваться. Там есть еще другие разные факторы, значит, но смысл в том, говоря о бюджете, да, действительно, бюджет – это фактически перекладывание бремени войны на плечи обычных россиян, в первую очередь, совсем малоимущих, поскольку инфляция растет и будет расти в связи с этой накачкой деньгами, накачкой, значит, экономики. И Центральный банк уже, так сказать, безуспешно пытается стабилизировать ситуацию. Сейчас в октябре, я думаю, что опять-таки в целях стабилизации инфляции, снижения роста, темпов роста инфляции поднимет ключевую ставку до 20%. Но ситуация, я думаю, это сильно не изменит, поэтому риски есть, катастрофы никакой пока не предвидится, но риски серьезного ухудшения ситуации имеются. Кстати, Михаил Михайлович, вы вспомнили о ценах на нефть, потолке, которые G7 сделали еще в 2022 году. Они тогда обещали, что каждую неделю мы будем пересматривать и регулировать. Но видим, что этого не случилось. У меня вопрос. Как вы считаете, Запад, его наверняка нельзя назвать коллективным, да, потому что очень много мнений в Западе разных. Но вот при желании, они же могли бы надавить на цены, на нефть и ухудшить, скажем так, состояние Кремля и Путина и этих нафтодолларов, которые идут в Россию? конечно, и у того решения семерки о потолке на цену на нефть в $60 за баррель российской нефти, оно должно работать, и тот пакет вторичных санкций, так называемый, как раз нацелен на это, и мы уже видели в прессе, и были сообщения, что американский Минфин и его, там, скажем, агенты американского трежери, значит, они уже там на несколько фирм уже выловили, те, которые работали с так называемым путинским теневым флотом. Это то, что был обход санкций. Поэтому я думаю, что эта тема будет усилена контроля. Контроля за исполнением решений о потолке цены на нефть $60. Это первый фактор. А второй, конечно, если мы там, так сказать, можем вообразить, то, конечно, американцы могли бы своей силой и мощью, например, поговорить со многими нефтедобывающими странами в Персидском заливе, Саудовской Аравии в первую очередь, значит, для того, чтобы заместить часть российской нефти, то есть увеличить объем поставки, тогда цена снизится. Но они зависят, их бюджет зависит от цены на нефть, поэтому нужно найти, искать компромисс. Плюс к этому американцы могли бы раскрыть свои резервы и уменьшить собственные закупки нефти на международном рынке, использовать свою нефть. Тогда тоже это бы поддавило бы на цену, обеспечило бы стабильность на более низком уровне цены на нефть. Поэтому действительно в руках Запада есть этот инструмент. Есть инструмент, как снизить доходы Путина от экспорта нефти. Запад не может ввести эмбарго на нефть, поскольку заместить эту нефть нечем. Российская нефть нужна на рынке. Но снизить доходы от этого же объема нефти можно. И вот этот вот ценовой price cap, так называемый, значит, потолок цены на нефть, он как раз на это был нацелен, чтобы объемы сохранялись, необходимые для рынка, но доходы у Путина были меньше. И так это работало. И там значительная часть, вы помните, что поставка была в Индию. Индия вдруг стала с нулевого импорта российской нефти, значит, до ведущего импортера российской нефти, значит, но все средства, полученные от экспорта российской нефти в Индию, они были получены в индийских рупиях, и все остались на счетах в банках Индии, поскольку Центральный банк Индии не меняет свою позицию по конвертации. Конвертация запрещена, и поэтому эти средства, огромные средства, миллиарды, лежат там бесцельно, значит, поскольку индийское правительство говорит, только покупайте товары в Индии. Ну, там что можно купить? Нефть, табак, чай, табак, значит, покупать какие-то машины индийского производства, вручают им, значит, семьям погибших на фронте, значит, ну, всякая такая вещь, значит. Но это серьезные ресурсы, которые выпали из того, что Путин мог использовать на войну. Поэтому есть набор разных мер, значит, и специалисты в этой сфере прекрасно владеют техникой применения разных таких мер. А если собрать комплекс мер, то эффект будет, то, скажем, очень значимый. Ну, еще можно покупать болливудские фильмы, красивые, отличные тоже. Примерно так, да. Михаил Михайлович, если вспоминаю, вот я готовился к нашему разговору, и в одном из последних интервью, кажется, Дмитрию Гордону, вы сказали, что Путин понимает, что он в тупике, ну, на перспективу, скажем так, на 2-3-4 года вперед, и вы озвучивали компромиссы, которые могут быть, чтобы окончить эту войну. Вот хотел бы вас спросить, насколько Путин готов принимать слово «компромисс». Насколько с этим человеком можно разговаривать? Или все же ситуация такова, что он, может, и не хочет, но ему нужно о чем-то с кем-то говорить? Он не хочет. Он хочет, чтобы приняли просто условия капитуляции. И поэтому любые мирные соглашения, мы знаем, как Путин с международными договорами обращается. Растоптал все договоры, которые были с любой страной. Не только с Украиной, но и с мировым сообществом. Там у нас есть и соглашение членов ОБСЕ и так далее, и так далее. Значит, все международное право полностью попрано его действиями. Поэтому рассчитывать, что подписан будет какой-то договор, он будет исполняться Путиным, на это рассчитывать не следует. Но Украина должна получить преимущество, военное преимущество. И Путин должен это чувствовать. И только тогда можно уже говорить о каких-то реальных переговорах. Поэтому вопрос помощи Украины Западом является ключевым для не только выживания Украины, а для ее победы и защиты своего суверенитета и территориальной целостности. И победа Украины над путинским режимом на фронте – это ключ к началу перемен в Российской Федерации. Поэтому, безусловно, весь мир это понимает тоже. Все боятся России и путинской ядерной риторики, значит, да, но особенно американцы и немцы сильно боятся. И не позволяют применять, так сказать, ракеты дальнего радиуса действия, значит, и другого всякого вооружения. Но это тема, которая должна быть обсуждена. Я так понимаю, что президент Зеленский как раз этим и занимался, когда ездил сейчас по Европе. Я уверен в том, что Запад это понимает. Ну, я общаюсь со многими политиками, значит, да, они прекрасно понимают ситуацию. И даже прогнозируют разные развития в связи с разными двумя вариантами исхода выборов в Соединенных Штатах. Значит, поэтому европейские лидеры озабочены гораздо большей ситуацией, которая сейчас сложилась вокруг Украины. А именно плавное продвижение Путина все-таки наступление. Пускай мы, если посмотрим на карту оккупированных территорий, октябрь прошлого года и октябрь нынешний, то, конечно, там небольшое изменение. Изменение в пользу Путина, совсем небольшое. Но смысл в том, что люди гибнут, и идет наступление, и Украина теряет там свои позиции на линии фронта. Это, конечно, очень негативно действует, как я понимаю, на всех. Но опять-таки подчеркну, что ключ к решению вопроса в руках Запада. Украина должна получить не просто продолжать получать ту же помощь в размере 120 миллиардов долларов примерно. Украина должна получить гораздо больше. Я это называю «надо удвоить». Тогда и экономическое давление на Путина возрастет, поскольку он будет вынужден выровнять уровень своих расходов. Уже будет там не 30% на войну с Украиной бюджета тратится, а должно тратиться 60%. Вы понимаете, что это такое? Это уже все, путь к катастрофе. Поэтому ситуация в руках Запада. Михаил Михайлович, а готов ли Запад к таким шагам и к выделению еще больше денег? Потому что мы видим, из года в год продолжается борьба, чтобы хотя бы не уменьшили эти деньги? Ну, я пока не вижу, что готов. Значит, все с пониманием относятся к этому. Значит, но нет такого, так сказать, уже, так сказать, решения. Почему его нет? Ну, все ждут выборов в США. Мы видим, что один из кандидатов говорит, что мы сократим. И сейчас я полажу с Путиным, я с ним знаком, хорошо, там, типа, чуть ли не друг, там, значит, да, поладим, сейчас мы с Путиным поладим, войну за 24 часа мы закончим, значит, понятно. Позиция более-менее понятна, хотя, конечно, это можно отнести к категории популизма во время предвыборной кампании, потом ситуация будет иной. Она будет иной, поскольку в США, в Конгрессе существует двухпартийная поддержка Украины, уже такая серьезная. Подавляющим большинством поддерживают Украину. Вопрос просто в формах и объемах. Это вот отдельный разговор. Это зависит уже от президента. А вторая кандидат, если станет президентом, то пока ничего не высказывает. Что приводит меня к мысли того, что она будет проводить политику нынешней администрации Байдена. Означает в час по чайной ложке. Значит, для того, чтобы Украина просто выживала, а не побеждала. А все должны понять, значит, что нельзя поощрять диктатора и его умиротворять разными там, интеллектуальными способами, значит, разработки разных мирных планов и так далее. Это должно быть силовое давление, принуждающее диктатора. В общем, надо поставить его на место. Поэтому вопрос в объемах и в качестве того вооружения. Конечно, Украина не может получить преимущество в живой силе. Это, просто сказать, невозможно. Но преимущество в технике, ее в качестве и в объемах может получить. Это в руках Запада. Михаил Михайлович, вы были премьер-министром в начале 2000-х годов. Примерно в это время, немножко раньше, Путин заявлял в эфирах, и много есть видео, где он говорил, что нет никаких претензий на Крым, потому что это вопиющий случай, он не может произойти. Плюс он говорил, что в самой России есть 400 спорных территорий. Но потом была пресс-конференция в Мюнхене 2008 года, где он впервые наехал на НАТО, ну а потом аннексия Крыма и вот полномасштабное вторжение. Что поменялось, как вы считаете, или эта идея уничтожения Украины у него была давно? Ну, я скажу так, в мое время не было идеи уничтожения Украины, но была идея или отношение, что Украина такое, ну, второсортное государство. И поэтому меня, так сказать, так мягко меня критиковал, значит, в наших личных беседах, что почему я веду там переговоры с Украиной на равных, даю им льготы, значит, там, ну, там было несколько разных соглашений, в том числе там о доступе, более широком доступе на российский рынок украинских товаров, значит, что конечно, приводило к улучшению ситуации экономической внутри Украины. Там было соглашение о реструктуризации долга за потребленный газ, там, ну, разные другие вещи. Путину это не очень нравилось. Он считал, что Украина такая субординированная Россия страна. Но какого-то вопроса об уничтожении, конечно, или какого-то такой агрессивности такого не было. И поэтому эта риторика, которую вы цитируете частично, она, конечно, соответствовала пониманию этого времени. Конечно, внутри он мог себя думать и другое, но для публики, для всех, для нас, конечно, мы не замечали вот такой агрессивности и желания вот таким образом, значит, скажем так, пытаться что-то такое разрушить украинскую независимость. Это был другой человек в то время. И видите его высказывание ровно 100% на 180 градусов, значит, в противоположную сторону, значит, они говорят об этом. Хотя, конечно, мы все можем сказать, и я в том числе, что Путин нас всех обманул, он притворялся, что он человек с демократическими принципами, что он привержен демократическим принципам. И тогда он просто имитировал. А вот потом уже, после 2005, 2006, 2007 года, он уже стал уже настоящим Путиным. Путиным, офицером КГБ, который в голове только там три вещи. Это подкуп, шантаж и провокация. И все мы на практике его политики видим как раз эти принципы, которые мы обучили в высшей школе КГБ. Он их применяет. Других он просто не знает, он других не заканчивал, значит, сказать, знаний не получал, а в этом он квалифицированно это делал. Цинично, последовательно и так далее. Поэтому беда России как раз в этом. Не может быть никогда ни в одной стране, не только в России, ни в одной стране работник спецслужб не может возглавлять страну, поскольку у них отношение к человеку – это просто как материал. Их так учат. Люди это могут быть неплохими, хорошими в быту, но их обучают, значит, не обращать внимания на жертвы, на какие-то либо, так сказать, нюансы, а нужно добиваться своей цели, которую перед ними поставило руководство. Путин сам себе руководство, он себе выдумал вот эту вот вещь, что вот нужно вот Россию сделать великой, а именно он хочет, чтобы он сидел рядом с президентом США, и они обсуждали вообще, так сказать, мироздание, обсуждали вообще все, что происходит в мире, и решали, кому быть, кому не быть. Вот такая у него мечта. А такого уважения он почему-то не получает на протяжении 25 лет. И это его сильно расстраивает. Поэтому он пытается сейчас вновь, как он выражается, я все равно пережму Запад. Вот, пытается пережать, а Украину разрушить. Значит, доказать это, что с ним нужно разговаривать на равных и уважать его, как и в прежнем Советском Союзе было две сверхдержавы. Да? Вот он хочет это возобновить. Это, конечно, уже безумство, такого произойти не может. Но у него в голове это так. Ну, по факту он утратил полностью свои вот эти идеи, да, сесть с президентом Соединенных Штатов Америки и что-то решать. И одновременно, Михаил Михайлович, влияние России и положение России в Азии тоже серьезно ухудшилось. Да, ухудшилось, но ухудшилось оно в силу того, что, скажем так, есть напряжение между, если мы говорим о Азии, то в первую очередь, конечно, лидирующая страна – это Китай. Индия глобальная тоже, глобальный игрок, но она пока на международной арене ведет себя скромнее, значит, да, а Китай, да, и в своих экономических планах, значит, для него, конечно, торговля с США и торговля с Евросоюзом – это, ну, ключевые рынки, это самое главное, что у них есть. И поэтому, безусловно, они маневрируют между тем, чтобы не разрушить эти связи, торгово-экономические связи с цивилизованным миром, но одновременно, чтобы поглощать плавно Россию. Потому что путинская Россия для Китая сегодня это выгодная позиция. Слабая Россия. И вы видите, что Китай плавно, так сказать, снисходительно, так уже, как с вассалом, с Путиным разговаривает. Вот они там просят уже второй проект, газовый проект «Силы Сибири-2», чтобы он начал строится, а Китай все никак не соглашается. Путин нервничает, газ девать некуда. Потому что в Китае идет все 30 миллиардов кубов. А утрачен рынок 140 миллиардов кубов европейского. Газ девать некуда. Значит, да. И понятно, что если глушить скважины, значит, то потом восстановить их добычу будет просто или вообще-то невозможно. Значит. Вот, поэтому проблемы в этом сфере есть. А Китай продолжает плавно поддавливать. Конечно, Китай не хочет разрушения Украины, ее порабощение Путиным. Но Китай не хочет, чтобы исчезал Путин. Китай хочет, чтобы слабая Россия с Путиным существовала, и он будет плавно откусывать от нее больше и больше. Более того, сейчас с учетом тех санкций, которые были приняты европейскими и американскими странами, значит, что китайский юань де-факто стал резервной валютой, значит, для Российской Федерации. Значит. Поэтому много что завязано. И поэтому влияние Азии, ну, в данном случае я вижу влияние главное это Китая, какого-то влияния со стороны, скажем, других сильных игроков Индии на Россию или Турции на Россию, влияние есть, но оно никакое не глобальное, не ключевое. Михаил Михайлович, мы с вами в начале разговора вспоминали о бюджете, о том, что там 40% в том числе идут и на безопасность. Мы понимаем, это и силовики, и это силовые структуры, на которых и держится вертикаль Путина. И вот в статье вашей в «Новой газете Европа» вы говорите о том, что даже при смене руководства контроль может остаться в руках силовиков. Как можете подробнее рассказать, как может реально смениться власть? И на каких силовиков, и какие позиции сейчас в силовиков в России? Не, ну формально, конечно, власть сразу сменится, и в руках власть останется в руках силовиков или тех людей, которые сегодня занимают эти высокие посты. Это так. И поэтому в этой статье я, так сказать, описываю или предлагаю, расписываю один из сценариев, который маловероятный, но все-таки вероятный. Это исчезновение Путина по любым причинам. Сейчас я не обсуждаю причины. Но тогда, конечно, возникает у страны, возникает шанс ускорить переход к демократическому строительству вновь, заново, демократического государства. Это сложный, конечно, процесс. Но нужно понять, там ключ один. Я могу в этом ошибаться, кто-то скажет мне, что я так просто мечтатель. Значит. Но ключ один, что эти силовики и прочие люди, которые занимают сегодня высокие посты в Российской Федерации, власть которых останется в руках после исчезновения Путина, они должны понять, что, безусловно, они будут желать улучшения отношений с Западом. Они должны понять, что есть ряд условий, без которых ни Запад, ни гражданское общество, или вообще любое, так сказать, взаимодействие здравых мыслящих людей в России, с ними взаимодействия никакого не может быть. И эти условия я там расписываю. Первый, конечно, это сразу же прекращение боевых действий, вывод всех войск с территории Украины и подтверждение территориальной целостности и независимости Украины. То есть никаких претензий на ограничение действий Украины, там, вступление, не вступление в НАТО там, и так далее, быть не должно. Второе, конечно, это сразу же освобождение всех политзаключенных без судебных решений. Сразу же, просто на следующий день. Но немедленно, в короткий срок, пересмотр судебных решений в отношении них, чтобы юридическая канва была сделана, безусловно. Ну, далее принятие закона о созыве Конституционного учредительного собрания для того, чтобы политика внутри страны могла начаться внутри России с нуля, просто с чистого поля, с земли. Никаких политических партий. Политических партий сегодня нет. Наша партия формально закрыта, люди существуют, но уже никто, и другие все партии тоже политические группы, а доминируют сегодня это имитационные эти группы путинские. Значит, их не должно быть. Людей никуда не денешь, но формальных структур этих быть не должно. Ну и, конечно, роспуск Госдумы и Совета Федерации как совершенно причастных и виновных в одобрении той агрессии против Украины, которая сегодня существует. Это просто эти органы в том составе, как они есть, они, конечно, не могут существовать. Но они прежде должны принять законы, до своего распуска принять законы, как я сказал, об освобождении политзаключенных и законы об прекращении действия всех тех законов, которые сегодня запрещают или ограничивают свободу политической и общественной жизни. Но это внутрироссийская такая дискуссия. Я не думаю, что нужно детали какие-то тут сейчас нам заглубляться. Значит, но этот такой путь существует. И эти силовики, которые... власть, силовики и не только силовики, конечно, они понимают, что подавляющее из них большинство, что они не хотят войны, их Путин не спрашивал, хотят ли они войны. Он просто решил их судьбу, их семей, будущую и так далее. И теперь ситуация такова. И они все будут желать, конечно, улучшения отношений с Украиной, и они все будут желать улучшения отношений с Западом. И это и есть ключ к этому делу. Если они не хотят, и я ошибаюсь в этом понимании, они хотят продолжать ту же тоталитарную систему, то, что Путин создал, то, значит, я просто ошибаюсь. Но я уверен в том, что подавляющее, это мои знания, подавляющее большинство людей, это вот миллион бюрократов, которые в России сегодня существует, За исключением 10 человек, значит, вокруг Путина, все хотят немедленного прекращения войны и улучшения ситуации. Михаил Николаевич, если говорить о внутренних процессах, хотел бы вас спросить о последних заявлениях Кадырова. Он очень стал активным после того, как его где-то 6-8 месяцев не было, я так понимаю, по состоянию здоровья. Вот последнее, что он заявил после стрельбы в офисе Wildberries в Москве, где одну сторону взяли кадыровцы, другую там Сулейман Керимов и другие люди. Говорят, там даже замешан и Шакро Молодой, криминальный мир России. Но вот последнее, что он сказал, что якобы он оглашает кровную месть Сулейману Керимову и еще 2 человекам за то, что якобы его хотели заказать, его хотели убить. Насколько сейчас серьезное положение Кадырова в России, и почему он такой стал активный в последнее время? Ну, положение его, так сказать, серьезное в России, так сказать, он влиятельный человек, безусловно. Что касается этого инцидента, я так к этой категории отношусь, конечно, это ужасные вещи, то, что он заявляет, какое-то средневековье какое-то, значит, да. Но я читаю это иначе. Это не просто как в общей конве, что там растет криминал и что-то еще, а я считаю это иначе. Ситуацию, что Кадыров вступил на поле по сделке, которая одобрена на самом верху. И вот эта его риторика, там, кровная месть, что-то еще, это просто, значит, попытка как бы отползти от ситуации, выйти, значит, чтобы сохранить лицо перед своими собратьями, как он называет, мы кавказцы, и вот мы вот такие горячие кровь и так далее. Вот в рамках вот этого понимания, что мы кавказцы, значит, я думаю, что он перед своими коллегами, братьями, там, как соратниками, он, чтобы сохранить лицо, вот он такие вещи делает, он придумывает такую версию. Это мое предположение. У меня нет знаний по этому вопросу, но мое предположение, ощущение мое это так, что это не какая-то там борьба, и там Путин наблюдает за ними. Нет, просто Кадыров замахнулся на то, что ему не хотели давать, а хотели давать другим людям. Вот и все. Михаил Михайлович, хотел бы вас спросить о ротациях, которые раньше прошли в верхушке Кремля. Это смена Шойгу и Патрушева, устранение, приход Белоусова. С чем это связано? Что не удовлетворяло Путина? Ну, очевидно, что идут огромные расходы на войну. Эти расходы растут. И наверняка многие, так сказать, кто имеет доступ к Путину, значит, рассказывали, что это завышенные требования Министерства обороны, что, так сказать, неэффективное использование, а идет там воровство. И вы знаете, что ФСБ докладывало, и там было много уже накоплено у них информации о том, что на самом деле какие-то коррупционные схемы там применялись. Вот, поэтому наступил момент, чтобы помолить порядок для того, чтобы именно война на истощение, в том числе, чтобы она велась Путиным, значит, скажем, более легко. Они просто еще, так сказать, с увеличением расходов увеличивались и коррупционные сделки. Поэтому и сейчас идет процесс. Пока я вижу, что успеха большого нет. Просто есть аресты там нескольких генералов. Но улучшение с точки зрения снижения расходов Минобороны или там их оптимизации пока не видно. Но надо подождать еще мнение экспертов, когда чуть дальше будут расшифровываться или попытки расшифровать, значит, статьи бюджета, значит, бюджета Минобороны. Посмотрим, что и как. Значит. Но пока новый министр, и цель это была именно это, навести порядок в вопросах взаимодействия с промышленностью и с Минфином, для того, чтобы понять, что расходы обоснованы. Ну, пока результаты я не вижу. Ну, может быть, увидим дальше. Есть смысл в этом, что Белоусов навел порядок какой-то или улучшил, или это все опять впустую, все тоже продолжается по той же схеме. Михаил Михайлович, спасибо вам за этот разговор. Спасибо, что нашли время ответить на эти вопросы. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Успехов вам. Держитесь. Нагадаю, нашим глядачам, з нами був колишній прем'єр-міністр Росії 2000-2004 років, а також представник партії Народна Свобода Михайло Касьянов. Мене звати Ігор Гаврищак, ви ж поставте цьому відео лайк, підпишіться, прокоментуйте і, звісно ж, поділіться нашою розмовою.